За что вас сейчас задержали? Говорят, что стрелял с пневматического пистолета в вагон. То есть стреляли из пистолета по подвижному составу. Да, то есть не знаю, что там за забором, просто я стрелял в забор, проверить пистолет, который там приобрел. Ну, эти пули, походу. Откуда у вас пистолет? Купил ее в ломбарде. Приобрели в ломбарде. Угу. Формат пистолета какой? Пневматика, травматика? Пневматика. Пневматический. Шарики, которые стреляют. Ну, сколько выстрелов произвели в вагон? Не знаю, может, там 2-3. Ну, в вагон я не стрелял. Я стрелял в стену. А что за стеной, короче, я не видел. Вот. Я не смотрел, я просто... Вблизи какой станции это было? Ну, от забора метров 2-3 я стоял. Да, а станция рядом какая была, метро? Метро Выхино. Метро Выхино. Виновность себя признаете? Да. То, что так произошло. Но это неосознанно просто получилось так. На встречу органу следствия идти готово? Ну да. Ну, какие-то слова извинения потерпевшим в вагоне хотите принести? Да, конечно, если я... Ну, из моих действий они пострадали, я прошу прощения, это было как бы не специально сделано, я даже и не видел, что там сзади, ну, поезд едет, ну, что там вообще вагон сзади едет. Проведенное исследование показало, что изъятый предмет является стандартным пневматическим газобаллонным пистолетом калибра 4,5 мм отечественного производства и какого-либо отношения к огнестрельному оружию не имеет. Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом А, частью 1 статьи 213 УК РФ, это хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с использованием предмета в качестве оружия. Напомню, что максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.